Александр Манасян, пожалуйста, скажите, какие риски создает конфликт для нас? Ну, противостоят в основном Израиль и Иран, и у обоих есть грозное оружие. Поэтому этим и объясняется интерес мира к этому региону, в частности, и конфликтностью, которую не могли снять десятилетиями. Более того, как созданием израильского государства здесь конфликты приобрели другой характер. Что касается Азербайджана, я хотел бы об этом сказать. Как первая такая республика, Азербайджанская демократическая республика, и вторая — Советский Азербайджан, и вот нынешняя — это прокси-государство. Первый было создано для Турции, явно это, никто не оспаривает это. Турки создали, чтобы в своих планах Великого Турана. Советская Россия, большевистская Россия хотела пользоваться этим и был близок в конце мировой войны, Второй мировой войны, к идее, которую он прихватил у Турции, но только не для Турана якобы, а для расширения своих территорий за счет иранского, не иранского Азербайджана, а подлинного, настоящего Азербайджана. Но у СССР это не получилось. Но до этого СССР работал в плане усиления Азербайджана как форпоста революции на Востоке. И выяснилось после распада СССР, что практически 70 лет Россия работала на Туран. Потому что усилило государство, которое в конце концов, как прокси-государство, оказалось в руках опять у Турции. И теперь Азербайджан — это прокси-государство, хотя все говорят, какой он умный, Алиев и так далее, но без Турции Азербайджана нет как самостоятельного государства. А что нет самостоятельного такого государства, это было впервые зафиксировано Лигой наций в меморандуме главного генерального секретаря Лиги наций, направленное, значит, как такое резюмное обобщение отношения Лиги наций к Азербайджану, что это не есть государство, которого осуществлять самостоятельную политику. Это значит, это прокси-государство. Сейчас это так принято, но он это сказал в 1920 году, в декабре месяце. Так что, хотя и могут спорить вроде бы Азербайджан и Турция по каким-то вопросам, но в принципе, если придет час икс, Азербайджан скажет точно так то, что скажет Турция.